С вами был Хивара Хигаши, и мы продолжаем прохождение такой замечательной игры, как Final Fantasy 4. Все серии Final Fantasy чем-то замечательны. Вот. Кому-то может не нравится какая-то из них, но... Я не играл, например, в 13-ю, поэтому ничего не сказать не могу. Вот, может быть, она действительно не очень хорошая. Сейчас появилась... Надо пропуск втрое купить, как мне подсказывали, за 10 тысяч монет. Ну это, сейчас мы трое только найдем, все будет зашибись. Так вот, появилась сейчас версия Final Fantasy 4 с более улучшенной графикой, как бы на PC. Графика с PSP, как я понимаю. Ну или что-то типа этого. Но, еще раз, но Final Fantasy должна быть, ну, такой вот, если уж не с NES-а версии, то, ну, хотя бы с версии для PS1. Может быть, я глупый, но в этих 3D-версиях ранних финалок, ну, теряется сам шарм, что ли, финала. Северо-восточная пещера. Пещера, это сейф найти еще. Вот, кстати. Купи где-то тут пропуск. Да. Что за пропуск, только я хз. Что это за пропуск вообще? К чему это пропуск был? Стеллага, почему все эти дерьмы производят именно со мной, я откуда знаю. Так, в пещере нужно найти сейф. В пещере, сейф. Сейф, а не сейф. Или как он правильно пишется. Здесь у вас толстый кошелек, мистер. Даже здесь идут одни высокие, если понимаешь, о чем я говорю. Да ладно, что там, разберемся. Если я замечу этого старика на своей Дженни, тогда... Стекан Сибалда в своих приключениях скучно. Я вниз, я вонзил свой верный меч в демона и убил его. О, мне нужно сходить за едой. Для чего я пропуск купил? Кажется, здесь не место. В следующий раз принеси мне меховое пальто. Конечно, я куплю тебе все, что угодно. Бордель, что ли? Ну, реально бордель, да? Мы купили пропуск. Да, мы купили пропуск. Я хрен его. Я не помню. Вот что значит, блин, не купить сразу пропуск, а потом, блин. Мне напомнили, что нужно купить в комментариях. Большое спасибо, но... А, вот он пропуск. Так. Пропуск. Спасибо, желаю удачи. Вау, это что? Это что у нас такое? Это что у нас такое? Наслаждайся шоу. Шоу? Стриптиз, что ли? Я 10 тысяч потратил на стриптиз шоу или на просто на танцы даже. Это просто жесть. Это приватный танец, что ли? Я не готов, у меня в пати девушки. Мои девушки. Моя девушка. Как-то на шаре вы понуро подумал, блин, ну тут роза, я ничего не могу сделать.
Эй, кое вы все сматываетесь-то? И чё, вот это стоит 10 тысяч? Да ну нафиг! У тебя нет лучшего занятия, кроме как шиваться здесь. Ну-ка, погодите, а вы девчонки, вы можете что-нибудь там мне сказать, а? Все сундуки открыты, офигеть. Ик, убирайся отсюда, зрачинс, премьер, гримерная. Слышь, а сундуки-то почему открыты? Я понимаю, если бы сундуки были тут закрыты, ну. Какого хрена они открытые, блин? Кто их открыл? Какой гад? Какая сволочь, стыбзила мои вещи за 10 тысяч монет. Офигеть. Ну-ка, а еще можем с шоу насладиться? Можем, да? Вот на не нужно было делать. Слишком долго. Ну, сосы танцы, ничего такого. Это просто танцы. Песня такая у мальчишника была, просто танцы. Если кто знает, помнит или слушал. И пусть думает она, что это просто танцы. Ну ладно, пропуск мы купили, прикольно. Шоу посмотрели. Теперь за сейфом. Больше никого нет проходов? Вроде нет. Так, хороший сейф, пещера. А я сейф в пещере не взял, да? Хотя я взял сейф в пещере, или не взял? Ну там пещера. Ну там, вот тут. Была. Вот где-то. Ой, ж мать, а где пещера там? Вот она. А я там сесть не взял, да? Да нафиг он мне нужен. Если он уж очень прям нужен будет, я просто вернусь и возьму. Давайте лучше в эту деревушку сходим. Тумана. А, это деревня тумана. Та деревня, которую мы нахрен выжгли. Так что тут слишком... Значит, барон где-то рядом совсем. Тут барон где-то совсем рядом. Ну, собственно, вот он, да, похоже. Давайте засейвимся. Ой, не, только не мем, не мем, а вот слот один. К сожалению, у нас сейчас не так часто выходит Final Fantasy, как раньше, каждый день по серии, но я уже объяснял, что, к сожалению, нет времени. Стараться буду их выпускать, ну, как минимум раз в неделю, но... Мало я понимаю, поэтому нужно выпускать как минимум 2-3 раза в неделю. Желательно каждый день, ну или хотя бы через день. А, в замок барона мне так просто не пробраться. Правильно же? Правильно. Ну, мы можем через анализацию туда пробраться. Подождите, зачем я вообще в барон? Если вот так подумать. Мсид сказал возвращаться в барон или что?
Не помните? А, я не помню прошлую серию уже. Офигеть. Может, мне пока не в анализацию надо. Засада, кстати. Ну, бои будут очень легкие, поэтому что-то говорить по обоим глупо. Кстати, да, у нас еще в заморозке находится Xenogears. У нас в заморозке находится Wizardy 8. Две игры очень большие, объемные, поэтому... Печаль, беда и все так далее. А можно выпускать серии, конечно, по 15-20. Находя время, ну, хочется все-таки в JRPG этой серии пообъемнее, то есть хотя бы на полчаса. Ну, наверное, все-таки пока что серии было действительно, ну, по 15-20. Оба! 100 гили. Раньше не нашел, а? Вот диод, а. Проход прям очевиднейший, я его как-то не заметил. Это больше не темный рыцарь, это хорошо. Да, я больше не темный рыцарь, прикинь, да. А, к жене Ксида надо, кажется, было, да? Как там мой отец? Боюсь, заклад, но опять возился своими кораблями. Отец, отец, отец. Погодите. Роза же дочка Сида, правильно? Или неправильно? Хочешь, мессидианцы сняли печать? Бежать с поля боя? Я помню, как бежать с поля боя. Это я в мессидию попадаю сразу же. Телепорту. Ну, не нужно в мессидию. Я зря туда зашел, на самом деле. Ну хотя, может быть, в Мессиде что-нибудь мне скажут. Теперь ты должен вести себя как паладин. Да я и так паладин, не веду себя как паладин, чё вы. После этого мы получишь мою безграничную веру. Представь свободно тьмы. Теперь сияешь так же ярко, как Сёнси, да? Кристалла-то нету, ни хрена. Кристалла-то нету. Пока стал паладином, видимо, такова твоя судьба. Да, блин, я стал паладином. Но серия получится, видимо, такая разведывательная, бегательная пустота. Это форма. Ты стал паладином? Вау. Ух ты. Ну да, пустота это форма, я согласен. Чё? Делать, когда рос врачит измерение, возможно, придется потратить немало сил, чтобы пройти ее. Ну да. Но мы можем. Мы должны, мы обязаны. Я не помню, что Мисит сказал, блин, когда падал. Я не помню, что мне сказал братюня Сит, а. Ну как же ты будешь делать, а? Роза, Роза, ох, какое счастье. Извини, мама. Не надо было тебе разрешать там белым магом. Я ничуть не жалею, что стала белым магом и сражалась на стороне бравого рыцаря. Как там? Как мы с папой? Позаботься о ней. Ну как с папой? Сид герой. Настоящий мужик. Ты больше не страшный, ты похож на хорошего парня. Да, я теперь хорош. Только мы потеряли, блин, Фикуса, и мы потеряли Сида. Сэр Арай, не хотите выпить? Нет, мы не пьем. Я выйти-то отсюда могу. Я не очень понял, что Сид сказал идти в барон сразу.
Может мне вот сюда к ней поговорить? Это здание вот там, на западной стороне. Вот, да, она ведет куда проводу, идущую с самого замка. А вот и все время заперты. Это у нас стриптизерша, которая платье скинет, поэтому не будем травмировать разум неокрепших умов. Ну, видимо, нам туда действительно дорогу вот туда, то есть нам нужно сюда, видимо. Ладно. Побьемся, позарабатываем опыт халявный с деньгами. Че уж, я не против. Комментировать, как мы будем убирать пираньи и всякую другую нечисть, наверное, смысла особого нет, потому что... Ну, они не могут мне в ответ ничего не нанести, уровень слишком разный, экипировки и просто уровень нашей подготовки, так скажем, нашей прокачки. Вот я жду, конечно, не дождусь, когда мы начнем проходить, ну, сами понимаете, какую часть. Думаю, прекрасно понимаете. Седьмую, естественно. Наверное, больше всего впечатлений не оставила седьмая часть. Ну, в планах прохождения всей линейки серии Final Fantasy, то есть и 10, и 10.2, и 12, и 13, сейчас тем более на ПК выходит, и 13, и 3 все, и может быть потом и 14, и выйдет 15. Когда-нибудь на ПК. Кенни уровень поднял. Планов-то, конечно, много, но, сами понимаете, объем этих игр и... Пока что мы четвертую-то не можем пройти. Ну и Xenogears, конечно, надо допроходить обязательно. Офигенная игра с классным сюжетом. Часов на 80, наверное, будет у нас в сумме, ну. Да и в Wizard'е тоже надо пройти. Все эти вот проекты большие, конечно. Рьяно я взялся за них вначале, но потом понял, что... Как-то слабоват я, чтобы все вот так сразу и учитывая еще и то, что есть дела так, дела в клане в СК2 в составе нашем. Ну, кто на канал подписан, наверное, видит, что иногда появляются видео с кланваров по Старкрафту. Но сейчас не лучшие времена, так что приходится играть и самому, а не только руководить. В общем. Я бы с удовольствием было бы время выпускал бы серии Final Fantasy, Wizard, Цивилизация, да все вот то, что мы сейчас проходим каждый день. Вот. Я пытаюсь выпускать Хулху хотя бы там раз серию в день, ну потому что просто вначале записано было много серий. Плюс игра опять же не такая объемная, ее можно пройти там, не знаю, часов за 15 может. Я хотя в нее не играл. Поэтому ничего сказать, честно сказать, не могу. Можно ее пройти за 15 часов или нельзя. Может быть, вполне и нельзя. Особенно, сколько мы там тупим, на самом деле, да. Она довольно-таки сложная для меня. Ну ладно, это... Так, лирические отступления от темы. Ну, потому что во время боя вы же сами все видите, то есть... Когда бой сложный, то его комментировать интересно. Когда бой вот такой, ну... Просто оклик. Окликовин. Да, у нас раз в 3 дня еще выходят наши визуальные новелки. Пытаюсь раз в 3 дня хотя бы их делать. Это и Цикада, и это Swan Song, это две огромнейшие визуальные новеллы, не знаю, насколько они по времени займут прочтение, это такие проекты тоже, до благострои у нас сейчас. Но у нас на самом деле финальный Final Fantasy 4, япономать, а не какие-то там, блин, визуальные новеллы, которые многие, я знаю, ненавидят вообще. Почему именно вот JRPG, особенно игры вообще с первой Соньки часто у нас? Ну, потому что я рос на Соньке первой, у меня не было компа долго. Ну, не совсем долго, но по сравнению с другими моими друзьями долго. У меня зато была Сонька первая, довольно-таки рано.
И вот все эти Final Fantasy и другие ARPG я обожал просто вот с самого начала, как вот только появился. На Денди же я не мог играть или на Сеге в RPG, потому что у нас тупо их не было. Ну и тем более с переводом-то 100% не было. Это сейчас можно поиграть. Там, в Shined Force, например, или какой-нибудь, не знаю, там... Что у нас на Нессе было? Breath of Fire. Ну, как только я вот на PlayStation 7 Final Fantasy первую увидел, все. А нет, первая была у меня 9 Final Fantasy. Там графика, конечно, для того времени была просто охрененная. Ну, а потом с первой, и так вот. Какие-то я играл во все, но не прошел ни одну, на самом деле, кроме 9, кроме 1, 2. И 8 я не допроходил. 7 я тоже до конца не допрошел, не знаю уж почему, хотя она офигенная. 6-ю, 5-ю вообще играл очень мало и не помню. 3-ю не допроходил из-за багов. Ну вот мы прошли ее совсем недавно на канале. И 4-ю я не допроходил, потому что мне что-то не понравилось ей. Уж не помню, что конкретно мне не понравилось, но что-то не понравилось. Ну-то за разговорами у нас заканчивается серия очередная. Понимаю, что мало, и понимаю, что нет мало экшена какого-то. Но извините, как только появится больше времени, серии будут выходить чаще, они будут длиннее. А пока что всем большое спасибо, с вами был Пикл Хиро Хигаши, и всем пока-пока.